Приветствую, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Как вы видите, продолжаю дальше сборку броневичка от фирмы Бронко. Вот, долго не снимал, так как не было творческого вдохновления. Ну, кто делает модели, тот меня поймет. Что иногда бывает, делаешь модель, и потом просто хочется отдохнуть от моделей и от всего остального. Также, друзья, начну с того, что хочу порекомендовать вам хороший канал. Канал моего земляка. Канал называется «Прожектор». Очень хорошие видео парень делает. Довольно-таки хорошо рассказывает, показывает, все старается показать подробно. Кого интересует модель танка Т-44, обязательно заходите сразу, посмотрите. Модель новая от фирмы Миниарм, довольно-таки хорошая. И вот как раз на канале Прожектор ее сейчас показывают и строят. Ссылочка будет под моим видео. Ну, друзья, комрады, я надеюсь, кто еще не подписан на канал, вы обязательно подпишитесь, так как ну, каждый моделист должен, я так считаю, что ну, поддержка всегда нужна, надо поддерживать, тем более начал парень тоже только недавно снимать, показывать свои видео, и есть что посмотреть, есть чему поучиться, то есть, ну, рекомендую, кому не лень, кто не сильно гордый, поддержите, подпишитесь, смотрите данное видео. Я надеюсь, вам очень понравится. Вот. Ну, начну теперь про броневик. Давно не снимал. Во-первых, не было как-то и времени. И были немножко там другие дела. Немножко собирал. Ну, вот что на данный момент собрал. Ну и также поделюсь своими впечатлениями об данной модели. Вот, ну собрал подвеску. Довольно-таки собирается хорошо модель. Стыковка хорошая, все становится на свои места без проблем. Но, скажу, друзья, не понравилось мне собирать вот орудийную установку, спаренные пулеметы крупнокалиберные. Вот, мне не понравилось. Во-первых, были проблемы вот со стыковкой деталей. Что все очень тоненькое, все очень хрупкое. Я думал, данные они будут вверх-вниз двигаться, но в склее все можно делать или верхнее положение, или вот, вот такое положение крупнокалиберных пулеметов. Ну, мне, я думал, конечно, стволы будут рабочие, пулеметы будут двигаться вверх-вниз. Также все тоненько, приходилось склеить одну часть, ждать, когда насухо высохнет, потом клеить вот эти вот рамки. Тоже ждать, когда они высохнут. Потом уже сверху наклеивать вот эту балку с зенитным прицелом. Прицел, как видите, из фототравления. Вот, то есть очень долго времени потребовалось, пока высохнет, просохнет клей, чтобы начинать сборку дальше. Вот. И также будет, я думаю, проблема с покраской, конечно, я помучаюсь, чтобы покрасить это, так как я планирую сейчас башню поставить вот эти вот листы, которые даны разными деталями. Здесь вклеивал ящички. Короче, все делал по инструкции. Вот, но я планирую их сделать и потом уже как-то красить, и потом тонкой кисточкой буду подлазить
и делать. Также вот нижнее отделение башни. Я так понимаю, здесь запасные ленты для пулеметов, коробки. Это для пустых гильз ящики. Вот. Но это тоже, скорее всего, покрашу, потом склею. Также вот я говорил в своем видео, мне очень не понравилось, как даются здесь колеса. То есть задние колеса еще как-то встанут сюда. Но опять же, они даже не будут двигаться. Вот. А передние колеса, ну, тут вообще сделаны, что... Ну, тоже мне не очень нравится вот такое вот. Потому что даже, грубо говоря, поставить его на 4 точки, посмотреть, довольно-таки неудобно, потому что это все время соскакивает. Вот это мне не понравилось. Также не понравилось, что колеса даны пластиковые. Ну, хотя бы немножко, если было бы изображена нагрузка на колеса под весом. Я думаю, в реальности данный броневик был нелегкий. То есть, там тонн, наверное, 7 он весил. Вот, а нагрузка на колеса даже не сымитирована, и ее не сделать. Потому что пластмассовые колеса. Также даны вот такие вот триплексы. Вот. Вставляются они просто. Я сначала думал их сделать, чтобы они были двигающиеся. В итоге посмотрел, что это будет. Ну, сделать может и можно, но это очень будет, как бы, ну, смысла не будет это делать, и я решил не делать. Надо будет нанести маски, сделать еще, по инструкции даются такие защитные, как бы, как это правильно сказать, защитные заслонки, видно, перископы на данной модели, ну, машине сделаны как бы такого, как перископы выдвижного типа. И то есть, как бы, там небольшие такие заслонки сверху стоят. Вот, их надо будет еще приклеить. Также еще, ребята, не определился, делать открытые реснички на лобовых стеклах или закрытые. Тоже еще вот думаю. То есть, если делать открытыми, надо будет вклеивать стекла, делать маски или делать закрытыми. Но я еще в раздумьях. Пока не сделал, может, ну, кто-то, напишите в комментариях, как сделать лучше, потому что сам я еще, вот честно говорю, не знаю. Не знаю, как лучше сделать, чтобы было красиво. Вот. И, конечно, для ленивых моделистов здесь очень большое членение деталей идет. Модель расчленена. То есть даже вот я показывал в ранних видео, чтобы собрать один глушитель, там надо было с 8 или 7 деталей его собирать. И также вот все, даже вот в орудийной рубке, вот эта каждая деталька была разделена на 3-4 детали. Вот, а то и больше. Чтобы вот это вот все соединить, это все мелкие и маленькие детальки. Ну, я думаю, для начинающих, ну, такая довольно сложноватая модель. И лучше брать другую версию, кто хочет сделать броневик. Лучше брать Т-17, наверное, Е1, где там орудийная башня с одним орудием, с пушкой. Вот. Он, я думаю, будет попроще, чем данная зенитная версия броневика. Ну, что еще хочу сказать. Осталось мне повесить бочонки. Бочонки крепятся, надо крепить фототравленными ремешками. Тоже надо будет немножко помучиться, потому что ремешки крепятся и вставляются еще маленькими такими шпеньками вот в эти отверстия. Я думаю, их видно будет на видео. Вот сюда будут
закрепляться и шпеньки сюда вставляться. То есть тоже не было клея для фототравления. Вот пока я его приобрел, хороший клей, вот, я не мог работать с фототравлением, потому что данные ящички фототравленные. Ну, вот, поэтому, может, у меня и пропало вдохновление, что надо было и то купить, и то купить. Вот пока я потихоньку приобрел это все. Надеюсь, продолжу с броневиком с этим работу, но как быстро я его сделаю, я еще не знаю. Потому что очень жду и хочу собрать КАМАЗ уже от фирмы ICM. И вот как бы уже загорелся сборкой КАМАЗа, но он еще придет ко мне не скоро. Поэтому будем, наверное, буду делать броневик по мере возможности. Также, что еще хотел сказать? Чем еще хотел поделиться? Ну, в целом я сказал, да, модель собирается хорошо, но очень много деталей. Очень надо внимательно его собирать. Также, кому что-то интересно, может, спрашивайте в комментариях, отвечу, напишу. Вот. Ну, что хочу сказать. Спасибо, что остаетесь на моем канале, спасибо, что смотрите видео. Кто не подписался, подписывайтесь, если вам это интересно. Вот. Спасибо большое, друзья, вам. Всех благ вам и вашим близким.